В Гомеле начали делать малоинвазивные операции на грудной клетке, которые до этого проводили только в Гродно. Уникальное вмешательство сейчас выполняют в областной клинической детской больнице. Благодаря современному оборудованию весь процесс визуализирован, что обеспечивает абсолютный контроль за ситуацией. Первые из 4 операций проведены с участием гродненских медиков, последующие – гомельскими хирургами. Каждая операция длилась чуть больше часа. В грудные клетки подростков поставили пластины из титанового сплава. Их длина от 20 до 36 сантиметров. Через несколько лет их удалят. Все это время для пациентов не будет ограничений по физической нагрузке. Сейчас в Гомельской области проживает еще около 40 детей с деформациями грудной клетки. В ГГУ имени Франциска Скорины прошел отборочный тур в рамках международного конкурса от компании Huawei. Имена победителей назовут на следующей неделе, а в начале 2020 года победители примут участие в республиканском этапе. Главный приз – стажировка в Китае. Правда, для этого уже сейчас необходимо быть специалистом в сфере информационно-коммуникационных технологий и хорошо знать английский язык. В ГГУ представители компании Huawei побывали впервые. По большому счету, это очередной шаг по реализации меморандума о подготовке белорусской молодежи в сфере информационно-коммуникационных технологий. Это документ между компанией Huawei, Министерством связи и коммуникации Беларуси, Республиканским министерством образования и компанией по развитию индустриального парка «Великий камень» был подписан в июле этого года. Интерактивные панели, диорамы и раритеты. После реконструкции в Речице открылся музей, в котором отражена история нефтедобычи региона. Он расположен во Дворце культуры и техники «Нефтяник». История музея более 20 лет. Его открыли в 1998 в честь добычи 100-миллионной тонны нефти. За это время музей пережил 3 большие реконструкции. Первая была в 2006, когда отмечали 40-летие объединения «Беларусьнефть», затем в 2016, после празднования полувекового юбилея. И теперь к 55-летию. Реконструкция длилась полгода. Вдвое больше времени ушло на создание концепции музея. В Гомельской области корпоративный музей такого типа единственный и один из двух на территории всей Беларуси.